какая прелесть-то красивая. Какая прелесть-то красивая. Сейчас я просплюсь. Да. Вы уже все дело поняли, да, естественно. Что за машинка? Ну, если кто-то не понял, мы едем мы на, наконец-таки, на замечательном электромобиле. Так, это я уже тормоз нажал, ручник воткнул. Какая хорошая машина! Наконец, ну, наконец-таки, ЦЕ случилось. Вот Максим тоже говорит, наверное, на батарейке. Так, сейчас попробуем ее. Ну, а как она включается? Так, хорошо, да, переключение. А если еще попадаться, не вижу, что дальше не получается. Так, пункт номер один. О! А, во, вспомнил! Да, а вот это переднее. О. Это было совсем все. Еще раз говорю, я на этой машине первый раз в жизни. Я не знал, как она включается. Оказывается, право, вверх вниз, супер, место хорошее. Так, и теперь мы начинаем движение. Знаете, я еду в абсолютной тишине. За исключением шума колес, никаких дорогих ушей-то и не существует. То есть мы говорим о чем? Мы говорим о том, на чем мы едем. Мы едем, естественно, на правом руле. Нет, в принципе, такая машина есть и на левом руле. И, в принципе, мы не будем говорить, что машин на электротяге очень мало. Нет, их немало совсем. Просто это один из первых вариантов на электротяге, который появился в городе Магнитогорске. Понимаете? Цена этой машины, этого лифа, замечательного лифа, составляет 600 тысяч рублей. Вот. С пробегом 33 тысячи километров. Бешеное количество пробега. Она практически новая. То есть, если там она что-то прошла, то здесь она еще будет и далее ехать. То, что красиво. Да, это не Тесла, которая проезжает 450 километров на скорость 40 километров в час. Эта машина проезжает 150 километров на нормальной скорости. Можно и ускориться, естественно. Просто нам-то зачем это делать? То есть, мы же должны вам показать, как вы будете ездить. То бишь, это электротяга, естественно. Давайте все-таки зададим и себе, и всем вопрос. Вот видите, какая интересная машина. У него электрический руль, усилитель, понимаете? Я-то обыкновенно гидроусилитель езжу. Ну ладно, будет криво, ничего сложного. То бишь, по цене вопроса, да, и насчет этих дивных понтов кривых. То есть, если вы на кривых понтах ездите, да, господа мои, телевизоры, там не телевизоры, то есть мы сейчас определимся. Какие ваши кривые понты? То есть вы себе покупаете долбанный кукурузер 200. По сути событий, этот кукурузер 200 продается только в России, потому что в Америке он не продается. В Америке есть тундра и секвоя. Там 200 нет вообще в природе. То есть вы его покупаете 4,5 миллиона или выше. Как правило, вы его покупаете в лизинг. Как правило, за все это дело платит ваша контора. Кому только это нужно, непонятно. Если вы сами его себе купили, а так вы на контору покупаете, это ваши понты, они никому не нужны, естественно. То бишь, давайте определимся с ценой вопроса. То есть, если бы вы были крутыми понтами, вы бы себе взяли 600-й Мерседес. Это, кстати, не сильно дорогое удовольствие, 250 тысяч долларов он всего стоит. Так, фигня. Практически ничего не стоит. Заплатите за него 63 тысячи, это как минимум. То бишь, вы взяли себе крутой лизинговый аппарат, да, и попадаете, да. Это даже не понты. Я уже про вам про понты сказал. Понты — это немножко другая часть. Понты — это 600-й Мерседес и то, что выше. То есть, если мы даже будем говорить про 750-й, там есть такая штука, 750-й BMW с 12-цилиндровым двигателем. Вот там вы реально начинаете попадать на все, что хотите. Так, то есть, ваши понты — это... Вы их возьмите себе. Я когда приезжаю и вижу, что человек на такой машине, я думаю, блин, ну... И задаю вопрос о вашем достатке. Если достаток никакой, то думайте сами. То есть я уже про понты сказал, да? Теперь насчет сроков эксплуатации. То есть человек купил себе электромобиль, да? Человек заряжает его легко и просто. Вы мне там по ушам не проезжаете, как он будет заряжаться. Элементарная 220 вольт есть везде, естественно. Прицепили, ну, допустим, дома. Допустим, если бы у меня был такой автомобиль,
То есть я приезжаю на монтаж, да? Возле дома я повесил ушу розетку. Мне без разницы, какой у меня 10-й, 20-й этаж. Там ничего не сложно. Положили вниз, розеточку выдернули и едете спокойно. Там проблем не существует. Машина заряжается. Нормально? Обыкновенная долбанная розетка. Вы что, не понимаете, что ли? 220 вольт, легко и просто. Мы вам показали, как это делается, да? Красиво, красиво, а то... Вот. Другой вариант. Допустим, в гараже. В гараже вы за электричество не платите, да? Ну, приехали в гараж, там немножко подцепились, все нормально. То есть давайте определимся, сколько человек на бензине тратит денег. Средний человек, вот я, допустим, да, который тратит примерно там 15 тысяч рублей в течение месяца, ну, там, грубо говоря, 200 тысяч рублей в год. Оба. Это мы еще не заценили туда масло и все остальное. Ну, есть такие товарищи, которые с маслом втирают. То есть 200-250 тысяч. То есть человек эту машину оправдает за 3 года. Вы свою машину, купленную вновь, никогда не оправдаете. По одной простой причине. Машина, которую вы купили, новую, она через 10 лет потеряет, ну, от 50 до 75% стоимости. То есть сейчас 4,5 миллиона. Через 10 лет вы, если еще хорошо, за 1,5 ее продадите, то тоже будет хорошо. То бишь, смысл. Человек взял, человек получил удовольствие. Ни за что не платя. Вам это нужно? Мне такое нужно. В действительности. Как машина едет? Ну просто супер. То есть как бы, я не знаю, у нас были такие ситуации. Вау, блин, да у нее даже руль греется. Офигеть, блин. Слово о том, сколько мы сейчас... Есть тут такая очень интересная штука. Вот, она показывает, сколько киловатт мы проезжаем на километр движения, да? Внимательно можно следить. То есть, в принципе, вы можете проехать не 150 километров, а чуть больше. Ну, смотрите внимательно. То есть, вот мы сейчас разогнались, и уже меньше движения. То есть, понятное дело, да? То есть, это экономайзер типа. Но экономайзер вам показывает, как вы можете ехать. Да, я вижу, куда. Чего же не наехать-то? Вот. Прикольный этот. Этот электроусилитель. Реально прикольный. То есть я всегда знал, что у Ниссана какой-то своеобразный руль. На своем Скайлике. Ну, на Скайлике проще было, а вот на Венерчиком куда-то прыгает. Это называется электромобиль. К слову, о салоне и внутри места вполне хватает. К слову о том, как вы будете здесь ехать. Ну, для города, ну просто изумительные машины на электротяге. В следующий раз, в следующий сюжет я вам покажу, как машина заводится при минус 35. Легко. То есть давайте все-таки зимку вспомним. А, зима. Супер место, да? Красота, если честно. Вот, то есть человек, когда сидит, ждет, когда машина прогреется. Да эту машину даже греть не надо. Пока вы 20 минут ждете, пока ваша машина прогреется, в этот город уже проедете целиком. О! Она просто поедет, и сразу все будет нормально. Вот так вот. Хорошая машина. Я хочу себе такой. И в скором времени, я надеюсь, голова-то у вас включится, да? Да, мы будем ездить на таких машинах. Правый, левый руль, без разницы. Ну и что, что это не Тесла? Зато она работает для вас. Супер.